Ульяновская область, Зинькова Екатерина, Республика Татарстан. Готовятся Мотлер Анна, Ульяновская область, Никулина Анастасия, Удмуртская Республика. Победу одержал Гладченко Андрей, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются Исмаилов Ильдар, Ульяновская область, Нигматуллина Айда, Республика Татарстан. Струнин Никита будет биться за третье место. Победу на первом татами одержала Зинькова Екатерина, занимая третье место.